Этим телятам не страшны 30-градусные морозы. В домике с соломенной подстилкой их селят практически сразу после рождения. Месяц вручную отпаивают молоком и закаляют. В 4 месяца отправляют так называемые юрты и тоже без отопления. На этой ферме в Суворовском районе считают, чем раньше животное попадет в экстремальные условия, тем крепче будет, да и удой лучше. Сейчас в хозяйстве больше сотни телят и около 200 дойного стада. Уникальный животноводческий комплекс показывают главе региона. Мы параллельно создали на уровне пилотного проекта некое молочное производство, молочный цех. И одновременно с получением молока стали, по сути, тестировать свою способность производить молочную продукцию. И скажу откровенно, я очень рад, что у нас это получилось. Мы пока, конечно же, не производим того объема, который способен какой-то экспансией в торговых сетях заниматься. Но наша продукция, во-первых, экологически чистая, во-вторых, пользуется спросом. Животноводческий комплекс рядом с селом Михайловка начали возводить в 2015 году. По сути, фермеры зашли в чистое поле, провели мелиорацию, осушили болото. За 3 года освоили почти 1000 гектаров земель. Параллельно с фермой построили и цех переработки. На российские прилавки в Туле, Москве и Калуге поставляют около 20 видов молочной продукции. Такие проекты, они подтверждают то, что молочная отрасль все-таки сегодня оживает. Несмотря на все сложности, которые на рынке происходят, это, в общем и целом, хороший пример для прочих других хозяйств. Да, вроде бы все сложно с точки зрения объемов производства молока, но стоит отметить, что в последние годы на территории Тульской области укрепляется эта отрасль в части повышения ее эффективности. В прошлом году комплексу помогли получить субсидии из регионального и федерального бюджетов, но и собственных средств фермеры вложили немало – почти 300 миллионов. Их дело в Суворове уже называют ярким примером успешного проекта частного бизнеса. Чем больше будет таких крепких хозяйств на территории нашей области, тем будет крепче само и сельское хозяйство, и эта отрасль, которая является одной из таких основных в плане налогов, в плане занятости нашего населения. Поэтому, конечно, мы такие хозяйства будем поддерживать. И формы субсидии с регионального бюджета, с бюджета федерального надо оказать содействие на этот год, заложить полную поддержку. В планах суворовских фермеров расширять производство. Так уже в мае здесь готовятся встретить новоселов из Германии. Для племенного стада закупили 200 чистокровных бурых швецов. За несколько лет аграрии планируют увеличить удои в 10 раз. Галина Гуркина, Вадим Рыженков, Первый Тульский.